С 10 по 22 мая на теплоходе Дмитрий Фурманов проходит фестиваль молодежных СМИ «Телефлот-2017». Будущие тележурналисты отправились в круиз вместе с представителями центральных каналов изучать историю России. В программу фестиваля вошли мастер-классы, которые проводит режиссер-продюсер российского телевидения, телеведущий канала «Россия-24», шеф-редактор Первого канала и «Россия-1», главный редактор молодежных студий и многие другие. Участники фестиваля начали свое увлекательное путешествие из Москвы. Теперь им предстоит познакомиться со многими знаменитыми городами на Волге. На время прибытия в Казани для специалистов отечественной журналистики открылись двери медиа-центра Казанского федерального университета. Неподдельный интерес у гостей вызвала структура работы студенческого телеканала «Универ-ТВ». Ежедневные прямые эфиры, студенческие программы, новости, выход в кабельных сетях. Все это и не только приятно удивило коллег с центральных телеканалов и не оставило никого равнодушным. Когда собираем региональных журналистов на своем теплоходе, снимаем сюжеты, монтируем какие-то интересные выпуски, разбираем, делаем четкий анализ, ну и потом уже смотрим, что на выходе получается. Но то, что я вижу, и мне кажется, это ваше преимущество и отличие от того, что вы правильно сказали, что делаете упор на практику. То, что я увидела, я думаю, что студентам есть чем у вас заняться, есть что попробовать, есть возможности снимать и себя видеть. Теплоход Дмитрий Фурманов уже благополучно посетил Нижний Новгород, Самару, Ярославль и Казань. Следующими точками его пребывания станут Ульяновск, Елабуга и другие. Здесь каждому предстоит снять интересные сюжеты, пополнить архив эксклюзивными фотографиями и получить квалифицированную поддержку от старших коллег с центральных телеканалов. Аделя Шемилова, Эльдар Каримов, Алмаз Хазиев, Универньюз.